Ребята, всем привет! Участвуем в собственном событии на трассе Савалакс и играем на карте укороченный маршрут в обратную сторону на машине 3-Star класса B. Немножко она у меня идет с защитой, с передним бампером защищенным, с задним бампером, с боковыми защитными нанесениями есть. Вот моя машина, вот защита вся. Она слабая, но немножко есть. И стартуем. В прошлый раз заняла 16-ю только позицию. И сейчас попробуем улучшить результат на этой карте в обратную сторону. Будет крайне сложно мне это выполнить. Идет жесткая заруба, каждый бьет друг друга. Я, походу, не исключение. Видите, спецом бьют. Так, сейчас мы будем преследовать того, кто меня ударил. Вон он зеленый. Едет, вот он. Да отойди ты от моей жертвы, дебила кусок. Сейчас мы будем стараться его догнать. Мои старания увенчались крахом. Блин. Этот грунт просто жесть. В прошлый раз на этой трассе укороченной версии я занял 16-ю позицию. Сейчас я занимаю 17-ю позицию. Идет последний круг. Довольно плохая для меня карта получается. Плохо я на ней езжу. Хожу в повороты. И плюс жесткая карта реально частенько выбивает меня, бьют, крошат. Нужно быть очень бдительным. И занимаю только 17 место, еще хуже занял. И заработал 510 кредитов. До новых выпусков, друзья.